Здравствуйте, в эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». На правлении Союза биатлонистов России были утверждены тренеры юношеской сборной страны на следующий сезон. Один из тех специалистов, кто продолжит заниматься в национальной команде с молодыми талантами, наш Евгений Панков. Понятно, что сейчас головная боль всех тренеров – поддержка формы у спортсменов. Раньше лета сборы точно не начнутся. Приходится делать упор на общефизическую подготовку. Но при желании можно не растерять даже навык работы на огневых рубежах. Это также имитация техники стрельбы, потому что у кого-то есть ложе, кому-то оружие оно в оружейке находится, а есть ложе. К нему, в принципе, как это, чисто по-деревенски, трубочку привернули, ложе есть и чисто имитация. Добавим, что с юниорской командой, ребятами постарше, в новом сезоне будет работать еще один тюменец Сергей Шестов. Воспитанник тюменского волейбола Евгений Андреев период самоизоляции проводит в областной столице. И, само собой, не забывает о тренировках в домашних условиях. Физическим упражнениям либеро национальной сборной уделяет минимум часа-полтора каждый день. Ну, это все равно какая-никакая подготовка. Нам нужно держать всегда себя в форме, и поэтому мы работаем дома. Занимаемся, что есть под руками. Мужская сборная России по волейболу предстоящим летом могла быть одним из фаворитов Олимпийских игр. Но соревнования в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на год. Что, само собой, расстроило игроков национальной команды. У этого цель, это мечта всех спортсменов побывать на Олимпиаде, участвовать на ней, там, завоевывать медали. Это самая высшая степень, что может быть. Сегодня мы начинаем знакомить вас с тем, как переживают пандемию и отсутствие спортивных соревнований наши друзья в других странах. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия в нашей области работало несколько тысяч болгарских строителей. Многие из них с распадом СССР отправились на родину. Славка Белогроздева когда-то приехала в Тюмень вместе с родителями. Здесь окончила отделение физвоспитания педагогического училища, а затем вернулась домой и теперь живет в старинном городе Ямбол. В Болгарии, кстати, не так много заболевших коронавирусом – около 1000 человек. Тем не менее, карантинные меры применяются строгие. Насколько жесткий режим самоизоляции в Болгарии? У нас жесткий. У нас приняли строгие меры заранее, чем в мире. В Италии, в Испании. У нас заранее приняли, потому что с 13 мая. Работают у вас фитнес-клубы, спортзалы? Проводятся какие-то соревнования или нет? Все закрыто. Детские сады, школы, все. Дистанционное обучение у нас. Тоже так же, как... Нет, не проводят. Футбольные клубы, вообще все закрыто. Не позволяют. А ты ходишь на работу, да? Ну нет, я 17 марта не работала. Начала работу 1 апреля. То есть 1 апреля? Ну, не каждый день. С 1 апреля, но не каждый день. Ну, с прошлой недели уже каждый день хожу. Полицейские на улицах штрафуют? В нашем городе не штрафовали, не услышала, но где-то большие города, Бургас, Варна штрафовали. А как ты ходишь на работу? У тебя есть какой-то пропуск? Нет, я в городе. А если я в городе, и на автобусе, я пешком, или коллега меня забирает, а иначе... Нам нельзя. Сейчас, если я хочу, то и поехать не смогу. Спасибо тебе, Славка, за этот разговор. Ну и что пожелаешь жителям Тюмени? Да, всем нам здоровья, и чтобы каждый был ответственным для себя впервые, и потом для самих, для остальных. Спасибо. Я так думаю. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания.